В этот раз сборная Беларуси вошла в десятку сильнейших атлетических команд континента, заняв 8-е место. Среди наград наших спортсменок – золотая, 2 серебряные медали. Золотой медалью вернулась Алина Талай, которая стала лучшей среди женщин в беге на 60 метров. Воспитанницы Пинска с Дюшор Светлана Куделич и Юлия Леонтьюк пополнили копилку сборной серебром. В беге на 3000 метров с результатом 8 минут 48,2 секунды Светлана обновила не только личный, но и национальный рекорд. Юлия заняла второе место в толкании ядра с результатом 18 метров 60 сантиметров.